В многопрофильном лицее номер 14 города Каспийска отметили Всероссийский день лицеиста и провели официальное посвящение первоклашков в их ряды. Началось мероприятие со стихотворений, подготовленных школьниками в честь праздника, а после дети завершили блок произведений общей песни под названием «Первоклашки». Вскоре дети презентовали для гостей мероприятия сценку «Незнайка», где отлично продемонстрировали свои актерские таланты. Я не опоздал? Здрасте. 3 дня собирался, замаялся совсем. Сверх полный порядок. Теперь, так сказать, вооружился до зубов. А думаете, легко? Знания не вон сколько весят. После к школьникам обратилась директор лицея номер 14 Наида Ахмедова. Она, в свою очередь, поприветствовала всех гостей и посвятила всех первоклашек в ряды лицеистов. Я просто хочу подтвердить слова одного стихотворения, рассказала девочка. Ладошка в ладошке, мы пройдем с вами этот путь вместе с учителями, которые открывают вам новые знания, интересные праздники. Я желаю, чтобы вы эту ладошку не отпускали долго-долго, потому что человек, который принял вас в первый класс, открывает вам свое сердце. Украсили праздничную программу лицеисты, которые подготовили яркие и запоминающиеся номера, а именно стихотворения, сценки, танцы и частушки. По словам директора лицея, подобные мероприятия проводятся для того, чтобы дети в первую очередь могли проявить и найти себя в разных творческих сферах. Алина, придумай предложение с этим словом «ухо». У Маши на голове 2 уха. Алина, какие ты знаки пропинания знаешь? Восклицательный знак, успокоительный. Отметим, что в рамках мероприятия также прошло вручение паспортов ученикам образовательного учреждения номер 14 города Каспийска. Завершилось празднование клятвы первоклассников перед педагогами.